Доброго ранку, дорогі друзі! Ось і настав новий день. І я бажаю вам його зустріти в гарному гуморі, доброму настрої. Ну, що ще додати? Можна додати ще трохи гарної музики. Доброго ранку! Палаючи вогнем в своїх серцях, ми маємо забути слово жах. Тримаючи долю в своїх руках, ми знаємо, чуєш, знаємо, що вірно, що не так. Добрий ранок, Україно, прокидайся. Втрачаємо зайве з кожним днем. Ми створимо, збудуємо майбутнє своєю рукою. Ми маємо, чуєш, маємо стати самі собою. Добрий ранок, Україно, прокидайся. Оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати. Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала. Я несу тобі єдина чашку кави. Ну що ж, доброго ранку, час вставати, час знайти, а я вже знайшов гарний настрій, в мене вже в студії. Поряд зі мною Тетяна, моя помічниця. Тетяна, доброго ранку. Доброго ранку. Ви знову з гостями в нас, да? Так, ну, розкажіть, хто в нас сьогодні? В нас сьогодні режисери, так кажучи, і актор спектаклю «Холодне серце». Це Сергій Сакара, режисер та актор. І... Ага, Тетяна Гребенюк, режисер, сценарист і режисер. Постановник цієї вистави, і Анастасія Семенюк. Це акторка, головна героїня цієї вистави. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Здравствуйте. Ну, що, розкажіть, «Холодне серце», таке холодне названня, ну ви такі теплі, такі позитивні, красиві, в сутрах вже, це... Или вы так всегда приехали, да? Я так, так всегда хожу, да, просыпаюсь, причёсываюсь. Еще в трамвае, да, в общественном транспорте. Всегда, да. Здорово. Расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что одесситов вскоре ждет
ваш спектакль. Это не премьера. Расскажите поподробнее. Премьера у нас была в ноябре, а это уже мы показываем в очередной раз в Одессе наш спектакль. Одесса уже видела, мы уже 3 раза играли в Одессе, все время были аншлаги. И по просьбам, значит, одесситов да, вы да, повторяете? Да, мы повторяем. Ну, «Холодное сердце», вы правы, это только название «Холодное». Угу. На самом деле это теплое, горячее, я бы даже сказал. Вот. Ну, Татьяна у нас сделала сценарий новый. Мы не повторяем мультфильм. Сделала. Ну, у нас как бы Эльза делает волшебство, и поэтому Сережа применил, Сергей, это слово. Да, ну, мы переписали сценарий известного мультфильма для того, чтобы дети пришли, увидели тех героев, которых они привыкли видеть, увидели этот сюжет, но не совсем тот сюжет. То есть у нас есть интрига, у нас заканчивается постановка не так, как мультфильм. Есть новые герои, которых мы ввели. Мы изучили историю создания мультфильма и, исходя из этого, добавили новую сюжетную линию. И, естественно, видя те же шутки, тех же героев и тут же новую историю, зритель всегда остается вот в ожидании чуда. Ну, это естественно. Мультфильм – это мультфильм, а сценическая версия спектакля – это совсем другое. И, значит, спектакль создан, ну, можно сказать, по мотивам. По мотивам, да. По мотивам мультфильма. И будет 23 апреля в Мускомедии в 11 и в 2 часа. Ну, мы сделали уже 2 мероприятия в день, поскольку когда одно, все не могут попасть. И плюс даже пригласительные для своих родственников никогда не попадают. Поэтому наши актеры выступают, и родители их видят только по фотографиям со спектаклем. Потому что действительно очень большая, ну, как бы загруженность зала происходит в эти дни. Все дети фанатеют от ребят, с цветами приходят, песни поют. Ну, они все песни знают на память. Вот. Ну, как бы это постановка, которая сейчас проехала всю Украину. Вот, и планируется, вот англоязычная версия готовится на конец апреля, мы едем в Арабские Эмираты с этой постановкой. Даже так? Да, есть еще сейчас заинтересованность других англоязычных стран, вот, и мы планируем, что мы будем совершенствоваться, и в Одессу приедем даже новыми, уже после этих еще гастролей, вот так вот. Ну вот действительно, несмотря на то, что премьера прошла, ну, не так давно, в ноябре, вы уже успели объездить всю Украину. А как воспринимают в других городах спектакль? Так же хорошо, как в Одессе? Ну, так же ярко? Да, даже лучше. Даже скажу, на самом-то деле, отличия есть, конечно. Каждый город, каждый специфичный зритель в каждом городе. Но, в принципе, где-то было сложнее, где-то зритель воспринимал не сразу открыто. Но общее, скажем, если так говорить, общую оценку о зрителе, это очень превосходно. Я нагадую, телефон прямого ефіру 638-638. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, телефонуйте, запитуйте. Наші гості з радістю вам дадуть відповідь. Анастасия, вот ты как исполняющая роль Эльзы, с какими трудностями сталкиваешься на пути к цели? Ну, в первую очередь, как бы нужно было все-таки изучить этого персонажа. Я несколько раз просматривала мультики, читала про нее. Вот мне помогали наши режиссеры тоже, очень не до слез даже бывало доходило, потому что, чтобы войти в роль, нужно все-таки через многое даже в себе переступить. Роль, на самом деле, сложная. Сложная, потому что сам персонаж тоже нелегкий. Как бы. Получается, этот персонаж борется всегда внутри себя с той любовью к своим близким и не понимая, как правильно ему поступать, и убегает от них, и прибегает, то есть она борется с собой. Что я наговорила такое, правда? Помогите мне. Помогаю. Как режиссеры, помогите. Да, просто не борется. У нас мы постарались, чтобы драматическая часть в нашем спектакле была важной частью. Вот. И как бы мы старались сделать так, чтобы наши главные героини, у нас их стало сестер больше. Да? То есть по мультику 2 сестры, а у нас стало больше на 1. Вот. И что каждая из сестер
ее магия, которой она обладает, это как бы противоположное. Не то, что она в душе. То есть на самом деле Эльза открытый, добрый человек, но обладает магией холода. Вот. И поэтому в ней живет как бы противоборство. Да, то есть борьба идет как раз не с любовью к близким, а борьба со своими силами, которыми ей очень сложно совладать. Естественно, она переживает за своих близких, она их любит, и ей не хочется им навредить, поэтому она с ними борется, с этими силами. Мы постарались, чтобы это было как в жизни. То есть в жизни у нас не бывает все просто. Да, даже если мы чего-то хотим, нам все время, вот вроде бы осталось чуть-чуть, да, я потратил много времени, чтобы достичь какой-то цели. Но тут возникает какая-то трудность, я начинаю менее хотеть этой цели, что-то мне мешает в жизни, меня кто-то отвлекает, что-то не получается. Также мы постарались, чтобы у нас было и в спектакле. Так цікаво розказують, а давайте подивимось трейлер цієї вистави. Помимо актерской игры, неотъемлемым элементом в творении сказочной атмосферы являются декорации и костюмы. Тем более, когда на сцене такое количество актеров. И вы, как мы видим, с этой задачей справились действительно очень хорошо. Вот. Это был длительный процесс. Мы с Татьяной работали долго над тем, как это будет все выглядеть. У нас было не менее 3 вариантов. Но в конечном итоге мы пришли к такому варианту. Глобальных вариантов. Да, глобальных вариантов, да. Разных абсолютно. Нам много раз говорили, это невозможно сделать, это должно быть по-другому, это не так, это вы что-то себе представляете, это не МХАТ, это не Москва, надо делать что-то проще. Вот, ну, наверное, мы получили немножко проще из того, что мы планировали, но как бы это немножко стало удобнее в транспортировке и все-таки визуализацию, которую мы хотели, чтобы она как бы влияла на зрителя, она осталась. Ну, для гастрольного такого мобильного спектакля это и так очень круто. Ты по тизеру смотреть, это... Насколько мобильный у нас большой автобус. Огромная фура с декорацией. Ну вот, ну я говорю, что для такого гастрольного варианта это не просто ширмочку поставили, актеры, как это раньше, да, на кузове машины сыграли. Нам об этом продюсер все время говорит, о том, что там ездят и возят. К сожалению, хочется качественно, тем более, когда делается спектакль, даже не для детского, да, для семейного просмотра. Семейного, да. Мне вот всегда интересен такой вопрос, Анастасия, вы так смотрите на меня, не бойтесь. Вот вы объездили, ну, география, я так понимаю, уже большая спектакля. Были какие-нибудь казусы, такие моменты неожиданности, приятные, неприятные? Сначала они кажутся неприятными, а потом они становятся приятными. Смешными и приятными, и вспоминать тоже приятно. Очень. Давайте, Анастасия, я вас не тянул за язык. Своих казусов. Из-за своих казусов, ну, бывало такое, что микрофон падает. Тоже бывало такое, что микрофоны забывали включать. У меня это вообще любимое дело. Нет, ну лучший казус твой, вот кого ты сыграла
А, ну это да, это интересная такая ситуация произошла. Получается, у нас вот завтра спектакль, это, к примеру, да, завтра спектакль в Русском театре. Вот, нужно играть. И мне звонят наши продюсеры и говорят: Настя, заболела она, твоя сестра Анна, что делать? Я говорю, ну хорошо, сыграю. То есть две роли сразу? Нет, у нас, ну, две роли сразу. Вот так. Ну, у нас как бы готовится второй состав, поскольку действительно география большая, достаточно сложно в таком гастрольном графике, ну, как бы жить актером, да, поэтому рассматриваем варианты второго состава. И как раз к этому времени готовилась вторая Эльза. Вот, поэтому у Анастасии есть дубль, а Анну еще не успели. Она как раз вот очень сильно заболела, попала в больницу, и мы говорим: Анастасия, все, нужно, Настя, надо. Хорошо. Да, очень хорошо все получилось. Зрители были в восторге. Разницы не то, что не увидели, они сказали: вы настоящая Анна. При том, что у нас и Анна очень хорошо играет, Ивана Хоменко, исполнительница роли. И, ну, вот это вот взаимодействие актера во время репетиционного процесса очень сильно помогло. Конечно. Вот. Ну, наверное, здесь все-таки надо рассмотреть, что больше всего было интересно самой Насте. Ну да. Ну да. В таких экстремальных условиях, да. Как раз по поводу зрителей. Ваш спектакль имеет сказочную основу. И, наверное, самым частым зрителем являются дети. Или взрослые тоже не прочь окунуться в такую сказочную атмосферу? Ну, мы уже тут сказали про семейный спектакль. Мы как раз, да, делаем этот спектакль для детей. И даже можно сказать, что изначально как бы эта сама тема поднимается для специфических детей, для девочек. Дискриминация, как мне кажется. Ну почему? Наоборот. Пока есть я, дискриминации не будет. Но в дальнейшем мы просто рассматривали, ну, как бы, не совсем, если мы будем показывать однобокий спектакль, да, такой вот только для кого-то одного. Мы как раз говорили о том, что драматическую часть, которую мы делали, и саму сюжетную линию, как мы создавали для того, чтобы было интересно увидеть и прочувствовать, пережить, чтобы это было как в жизни, и это воспринимали и взрослые тоже. То есть, в принципе, мы поднимаем в спектакле взаимоотношения в семье. И основная это такая тема, очень важная, это все время важная как бы в семье. Ну и вот сестры как бы семью эту и создают. То есть, ну, в принципе, как это сказать, главные вопросы, которые, да, очень важные вопросы, ценность. Просто выражены они в данном случае в форме сказки. Да, очень серьезное, если рассматривать индивидуально каждого героя, то у каждого из них происходили какие-то конфликты внутренние, каждый из них менялся на протяжении всего спектакля, мы очень долго прорабатывали их линию, ну, как бы и поведения, и внутренних изменений, вот, и это помогло создать все-таки постановку, которая будет интересна и которая интересна сейчас уже каждому зрителю, и взрослым, и детям, и мамам. У нас очень часто мамы скандировали в конце «Эльза», а папы говорили: «Хельга, можно с вами сфотографироваться?» Я открыла интригу. Простите. Открыла интригу. Ну, справжня інтрига чекає на наших співгромадян, одеситів 23 квітня в Мускомедії. Буде цілих дві вистави, так що не пропустіть. «Холодне серце». Кстати, назовіть, будь ласка, ваше творчесне об'єднання, то я не сказав. Ну, наше творческое объединение – это продюсерский центр «Made in Odessa». Изначально мы готовили к себе как бы актеров для постановок хорошего качества, поскольку все театральные актеры зачастую слишком заняты, у них свой график, у них, ну, как бы своя совсем другая театральная жизнь, а у нас все-таки такой вот другой формат. Мы немного отличаемся от обычного театра, даже не немного, а очень сильно. Вот. И поэтому нам нужны были универсальные актеры, которые не боятся пробовать что-то новое. У нас актеры и на роликах катаются, и поджигают руки себе, и трюки делают. Очень много спецэффектов. Все это в спектакле, конечно же. И поэтому нужны были молодые, талантливые актеры, которые не боятся экспериментировать, расти, не боятся идти за чем-то новым. Вот. И вот мы сделали первый кастинг 4 сентября этого года, ну, уже прошлого не этого, прошлого года, да, и, ну, создали вот группы
продюсерского центра «Мэдин Одесса». Сейчас у нас идет обучение куратором направления актер театра и кино Наталья Юрьевна Прокопенко, которая уже много лет воспитывает актеров и взрослых, и маленьких. Вот. И наши ученики, воспитанники теперь в нашей постановке, ну, как бы большинство актеров, с которыми мы уже много лет работаем, и также среди них наши маленькие ученики, воспитанники, и сейчас новые детки. Ну, Таня говорит, это все в прошедшем, уже как будто бы это все случилось, мы все равно ищем еще таланты. Да, мы еще ищем, конечно же. У нас сейчас новые детки есть, группа «Пятилетки», которые у них 9 апреля был дебют. Они участвовали в постановке также наше «Приключение Гарри Поттера» в «Садах Победы». Они очень старались, и мы видим, что у них будущее огромное, успешное. Теперь дело за вами. Ну, да. Как вы свою фантазию пустите, потому что это надо все применять. Ну, конечно. Там же актер талант не обуздан, наверное. У нас идей очень много. Главное, чтобы действительно на нашем пути было много талантливых детей, ну, и взрослых. Нам которыми... и взрослые попадаются. И взрослых, я же говорю. Павел Ивлюшкин, который нам помогал. Вот тоже вам попался? Да. Нет, он не попался. Он нам рассогласился нам помочь воплотить в жизнь нашу идею. Ему удалось действительно большое количество актеров заставить танцевать. Ну, то, что он умеет делать. Да, то, что он умеет делать, это безусловно. Потому что у нас не все были танцующие, несмотря на то, что проходили кастинги, не все были на одного уровня как бы актеры, и поэтому, когда постановка готовилась, его задача стояла не просто шоу-балет, ну, заставить танцевать детей, а всех на одном уровне, чтобы зритель не отличал, где актеры, где танцоры. Ну, скажите, пожалуйста, вот вы уже сказали, что есть планы, да, есть материал актерский, так скажем. Что еще, если не секрет, что еще в планах постановки? Плохая примета. Говорить. Все, я понял. Планы большие, да. Анастасия, а что бы вы хотели сыграть? Ну, мы уже затронули эту тему, сыграть. Вот мне действительно было очень интересно Анну. Мне реально было очень интересно ее сыграть, потому что роль интересная, абсолютно отличается от моей. Итак, и вот... итак на режиссера смотрим. Да, так значит, хочется помогаю. Анну сыграть. Еще разочек, пожалуйста. Ну, как бы, да. Она сейчас главное... слушает, сидит. Мы постарались... Ах, вот как, да? Меняемся ролями, все. Мы постарались, чтобы все наши персонажи, которые не сказочные, все время менялись. Так, вот еще одна интрига раскрывается, сказочный почти, и несказочный. Ну, конечно, в сказке обязательно есть только сказочные персонажи, которые созданы сказкой, и кроме сказки нигде существовать не могут. Вот. Но у нас? У нас есть и те, которые могут, и те, которые не могут, но это ладно. Ну, в сказке все возможно, да, как да. и в нашей жизни, собственно. Мы как раз самое главное, мы вот именно вот эту сказку мы и хотим. Таня говорит о том, что мы стараемся... идти немножко в другую сторону от классического театра. То есть мы хотим, чтобы наши спектакли были красочны, чтобы они создавали атмосферу вот этой сказочности. И мы это делаем за счет каких-то дополнительных эффектов, которые чаще всего в театре не используются. То есть вот, например, огонь. Там, визуальные эффекты. То есть мы, в принципе, хотим, чтобы это было такое шоу, шоу сказочное, чтобы создало эту атмосферу, чтобы ребенок, придя, увидел, вжился в ней, чтобы это вытянуло его воображение, которое у него существует. Вот. Ну, а родители сидели с открытыми ртами. Ну, естественно, потому что сейчас такое время, которое требует просто чего-то такого, чего-то да, нового. Да, чего-то нового. Ну, да. Вот перед нами стояла очень сложная задача, это все-таки соединить элементы шоу, соединить эту яркую картинку и драматическую составляющую. Потому что сейчас мы сталкиваемся с тем, что либо мы видим шоу, цирковые какие-то номера, либо мы видим действительно вот драматический, хороший какой-то классический спектакль, театр. Классический театр. Вот соединить их было очень сложно. Несмотря на это, мы нарушаем четвертую стену, дети постоянно находятся, вот атмосфера, вот эта атмосфера, она постоянно находится в зале, они принимают участие, они влияют на то, что будет дальше происходить, они разговаривают с героями, герои у них спрашивают каких-то решений, да, вот советов, и это помогает ребенку ощущать себя участником этого всего действия.
Это достаточно сложно было сделать, чтобы не нарушить все-таки драматическую составляющую. Но мы как бы продумали вот эти все переходы очень плавно. Мы очень долго их готовили. И ну, у нас нет такого мнение, что вот просто вышел актер, чтобы дети его увидели, да-да, привет. Мы знаем, почему он туда вышел. Зритель понимает, зачем. Он понимает, вот Тетяна, что... Тетяна, вот такую справжнюю интригу посіяли сценарист, режисер і акторка вистави «Холодне серце», яка буде 23 квітня в Театрі Мускомедії. Цілих дві вистави. Ну що ж, а тепер, давайте, інтриги досить. Давайте тепер побажання одеситам зранку. Все, що захочете. Ну, да, да, в рамках, я понял. Я би хотів пожелати Одесі і всім одеситам, щоб змінення, які відбуваються в нашій житті, ми приймали легко. И мы хотели, чтобы каждый одессит желал этих изменений. Доброе побожание. Тетяна? Ну, я хочу пожелать одесситам не переставать никогда верить в сказку, в чудо. Мы вам поможем с этим справиться. 23 апреля в 11:02 приходите, и вы увидите, что действительно сказка вокруг нас, несмотря на все сложности, трудности жизненные, семейные ценности всегда побеждают все преграды. Приходите, смотрите на наших учеников, на профессиональных актеров и стремитесь к творчеству, к чему-то хорошему. Приходите к нам, Продюсерский центр «Made in Odessa», и совместно с вами, возможно, будет новая постановка. Анастасия. Ну, желаю действительно, конечно же, любви. Искренней, верной, взаимопонимания, чтобы никогда не было никаких разногласий в семье, вообще в отношениях с людьми. Просто искренности, верности и понимания. Вот такие гарные побажання от наших гостей. А наступный подарунок теж от нашего наступного гостя. Дивимось. Будут предоставляться субсидии на оценки. Если у вас маленькая память для учебы, вы получите 15% скидку на количество заданных уроков. Выбирайте меня депутатом нашей школы. Я буду добиваться, чтобы родители повысили минимальные карманные деньги. Я добьюсь, чтобы уроки начинались в 2 часа дня, а заканчивались в 2:15. Сысойкина против мучения детских мозгов. Где Сысокина, там и новый формат. Предвыборная гонка творит чудеса. Наконец-то в детскую песочницу завезли песок, чему безумно рады местные коты. Но не котам голосовать, у них ведь нет документов. В эфире политические трения. Взрослые дебаты обычно переходят в мордобой. В то же время детские дебаты, не успев начаться, перешли в мордострой. Депутаты показывают друг другу неприличные морды. Фу, как некрасиво! Меня народ выбрал! Да вы свои голоса набрали, разбрасывая конфеты в массы. Все депутаты должны подчиняться желанию своих избирателей. А, давите на детскую
психику. Враг с горстью конфет в кармане автоматически становится нам друг. Господа, не устраивайте шоу. Не путайте парламент с цирком. Клоуны! Клоуны! Офшор! Офшор! Детский сад какой-то. Еще раз вам говорю, квартиры и машины записаны в их родителей. Какие с меня налоги взять? Смотрите, в этом глянцевом журнале под названием «Дневник» стоит двойка. Я вас спрашиваю, где моя депутатская неприкосновенность? А у депутата соседнего округа одни двенадцатки. Это ли не коррупция? Отлично! Иди, учителя! Что ты, депутаты, лезь? Сенсация! Выборы рулят! В столовке после депутатской проверки в пирожках появилась начинка. Вопрос, в чьи карманы набивалась начинка до этого? Ваш профессионализм хромает на одну ногу, а ваш на две еще и спотыкается. У вас математика в отпуске, вы не знаете сколько? 2 + 2. 4! Что? 4-4! Депутат на перерыве! Это не я ему морду дал, а моя рука! И что в своей руке? Приказывать буду? Не могу! У нас демократия! И голова не ответит за то, что делают руки! А вообще, я порядочный и скромный! Просто не умею тебя показывать! Сейчас мы узнаем, чем дышит, или что слышит, или как видит эти выборы народ. Выборы глазами народа. Как вы думаете, кто победит на выборах? Кто, а кто? Енот в пальто. А ну иди отсюда! Нечего лоббировать чьи-то интересики и набивать себе прессики. Ага, лоббировали. Да не вы лоббировали. Знаем мы их законопроцессики. Кое-кто, кое-кому, кое-когда. А фикус тебе на подоконник. А ну шкандаляй отсюда, журналёга, и я пирога своего не забудь. Моя программа базируется на энергосберегающем факторе. 100% безделье. Поспали, можно и поесть. Поели, можно и поспать. Спать. Нам литература. Нам литература не нужна. Она ведь деньги считать не помогает. Да, литература никому не нужна. Ее ведь не порежешь, не посолишь и в суп не положишь. Нет, ну что вы, Виктория Викторовна, литературу порежешь и в суп положишь. Что ты несешь? Я всегда говорила, что ты мыслишь тем, на чем сидишь. Отвечай, несчастье, сочинение написал? Да, Виктория Викторовна, вы правы. Мысли... Какое сочинение? Кем ты хочешь стать, Соня? Сидоренко! Бизнесменом тебе не стать! А Сидоренко будет первый спящий миллионер. Все ясно. Можешь спать дальше. Он хочет стать депутатом. Уважаемый депутат, ай-яй-яй, спать на уроках. Фу, как некрасиво. Все на выборы! Голосуй за Сидоренко! Нет, я за тебя не буду. А то проспишь стром. Из-за таких сон у нас экономический кризис. Голосуй за Сидоренко! У него в кармане грета, а в Госдуме он заснет. И предатель.
Отакий от подарунок від наших наступних гостей, а саме від Олександра Яршова. Це автор і режисер дитячого кіножурналу «Гоголь-Моголь». Правильно я сказав? Так, абсолютно. Андрій Яршов – актор цього проєкту. І Ярослав Білий – це актор, режисер і педагог з акторської майстерності. Якщо я не правий, то ви поправте. Почти все правильно, тільки Андрій Яршов теж у нас режисер, так. Наша режиссерская группа. Так, столько режиссеров в одной студии. Ну, а почему нет, да? Одно наслаждение. И только что мы побачили премьеру, так кажучи. Адже в субботу вы ее только показывали, правильно? Да. И что же вас наштовхнуло на створение? Ну, розпочнемо з того, вибачте, Олександр, що да, да, вообще, це не перший сезон. Так, це не перший сезон. Ми починали, перший сезон у нас був, ми починали в форматі детських байок. Є такий український журнал «Байки». Угу. Вот. Мы начинали как байки, и вот ровно год назад была премьера тоже, 2 и 9 апреля. Мы не уложились в один день, было много желающих, поэтому на 2 дня разбили эту премьеру. А потом мы как бы естественным путем, Одесса выросла из штанишек байк, из байковских штанишек, и примерили на себя взрослый костюмчик Гоголь-Моголя. Гоголь-Моголь и байки – это короткометражки с участием детей. Основная фишка этих проектов – то, что дети не профессиональные актеры. Mm-hmm. Это основная фишка. То есть обрамление профессиональное, а актеры не профессиональные. И нам показалось, что Одесса может делать свой достаточно, ну, мне кажется, более серьезный проект. Ну, насколько мне известно, вот я в актерской среде как бы общаюсь с ребятами, они меня хвалят. Я, конечно, люблю, когда они меня и ругают, но вот сейчас хвалят. То есть я думаю, что мы на правильном пути. Так, ну, ребята, актеры. О, режиссеры, извините. Позвольте похвалить. Ну, давайте, не как режиссеру и автора проекта. Ну, расскажите, как вам работается в этом проекте. Потому что сейчас наши зрители не увидели. На самом деле титры очень большие, создателей очень много. И большинство фамилий мне известны. Достаточно такие... Профессионалы высокого уровня, известные в Одессе. Как вам работается в этом проекте? Интересно ли? Ну, что сказать, работается весело, интересно и хорошо. Естественно, есть свои определенные трудности, которые сопряжены с любой работой, когда ставишь большие задачи перед собой, серьезные. А в данном случае, то, что дети не профессионалы, они у нас все... пробуют, они испытывают себя, и поэтому здесь у них есть определенный момент игры, они себе поиграли, а дальше наступает момент работать нужно, а день-то продолжается, дальше идет. И вот в этом есть сложность, как бы удержать их, как-то немножко простимулировать, чтобы они... Удержать в творческом вот этом рабочем естественно, состоянии. Естественно, потому что когда мы снимаем в школе, нужно поблагодарить директора школы. Школы номер 90 Игоря Ивановича Стеценко. Это наша гордость, это человек, который разрешил в своей школе делать нам, если не все, что угодно, то почти. Ну, школа стоит еще. Низкий поклон, да, школа древняя, школа, школе уже, наверное, больше, чем 90 лет. Я думаю, что она простоит, и мы тоже постараемся ее как-то прославить. Так сказать, сбылась мечта детей, они смогли побышкетничать в школе. По-настоящему так. Ну, да, да, наверное, да. Мы делаем для этого все, чтобы... Мы сейчас снимали недавно сюжет «Химия», и там еще не успели спалить кое-что. Ну, придется что-нибудь спалить. Ну, Ярослав шутит, если нас видят администрация школы, то мы ничего палить не будем. По киношному, да. Конечно. Ну, что же мы. Да, в кино очень часто людей обманывают, в хорошем смысле, и мы тоже хотим их в хорошем смысле обмануть, то есть в том смысле, что если что-то горит, то оно не горит. Это только видимость того, что оно горит. Да, да. Сейчас техника творит чудеса. Андрей, расскажите ваши впечатления от работы. Я в этот проект пришел недавно, но... За это короткое время я, можно сказать, влюбился в этот проект. И вот в данный момент у нас пока нет съемок в связи с праздниками, но я уже за ними скучаю.
Вот. На мой взгляд, очень хорошее дело делаем. Потому что, как говорит Александр, наш, так сказать, руководитель, что детского кино на самом деле, ну, нет. Его нет. Вот. И вот это вот наша проба, которая, я надеюсь, перерастет и будет шагать выше и выше, профессиональнее, лучше и красочнее. Поэтому самое хорошее впечатление, на самом деле, от работы. Пусть есть небольшие трудности. Доброе утро. Доброе утро. Небольшие трудности, но они преодолеваемы. Поэтому как бы мы ничего не боимся и хотим работать, развиваться. Андрей, здорово говорите. Зрители еще увидят и вашу работу в этом киножурнале. Мы еще один ролик посмотрим. Татьяна, извините, я вас перебил. Хотели что-то да, спросить. Да, я хотела спросить, Александр, вот как происходит отбор актеров? Это исключительно ваши ученики и вот постоянный состав? Или же вы для каждого персонажа подбираете отдельных героев, так сказать? Значит, по поводу постоянного состава. Состав не постоянный. Потому что вот это вот Андрюшенька сказал, что есть небольшие трудности, я поправлю, верну всех на грешную землю. Трудности есть. Основная наша трудность, вот если я так образно скажу, проект «Гоголь-Моголь», если его сравнить с настоящим кино, мы постоянно выполняем роль той горы, которая идет к Магомету. В нашем проекте не дети для кино, а кино для детей. Это абсолютно честно. Что под этим я подразумеваю? Дети пришли не сниматься в кино, они пришли поиграть в кино. Так. А для того, чтобы они играли в кино долго, мы принимаем то есть мы, в общем-то, разрабатываем какую-то особенную методику, которая абсолютно отлична от системы Станиславского. Общего, в общем-то, там мало. То есть мы придумываем какую-то свою методику, в которой детям было бы очень интересно это делать, и мы бы получили профессиональный результат. То есть зритель бы не заметил. Вот то, что мне сейчас говорят, вы знаете, дети как-то очень естественно играют. Вы знаете, это самая большая похвала для нас. То есть если незаметной актерской игры, значит, все сделано здорово. А по поводу того, что как мы подбираем... Ну, в общем-то, вы знаете, я... убежден, и чуть более года работы в этом проекте еще раз меня убеждают в том, что нет неталантливых детей. Все дети и люди талантливые. Просто наша задача, если этот талант не лежит вот сразу на поверхности, где-то его разбудить, найти. И опять же, у меня сегодня, если можно так сказать, ведущие актрисы, там, например, Ева Сокур, там Юля Лаврик. Это девочки, которые в первый раз достаточно, ну, скромно себя проявили. Если бы я, допустим, сделал вот такой вот отбор, я бы, наверное, совершил ошибку. Поэтому даже если ребенок сразу себя как-то не так проявляет, как нам бы хотелось, мы его не сбрасываем со счетов ни в коем случае. Мы даем возможность проявить себя второй, третий раз. Но вот как-то то ли мы уже научились, то ли какой-то этот отбор идет сам по себе. Детей, которых... что называется, на кастинге зарубили, таких не было. И вообще слово «кастинг» мы не употребляем. Мы это называем «давайте придем познакомимся с режиссером». То есть мы хотим, чтобы это было максимально по-домашнему. Никакого пафоса, никакого... Главный результат. Вот так, мне кажется. Ну, ребята, вот вы как профессиональные актеры тоже участвуете в процессе, да, и результат во многом, наверное, зависит от вас. Потому что, допустим... иметь такого партнера, да, вот как Андрей, вот в следующем сюжете, Андрей будет играть определенную роль, как дети тянутся, хотят быть как профессиональный актер. Как достигается этот результат в процесс репетиции, как происходит? Ну, это сложно описать, но ну, так, понятно, как наличие профессионального артиста на съемочной площадке, естественно, дает определенный такой подъем для наших молодых артистов. Они как бы все... немножко мобилизируются больше, они больше тянутся, больше... тут нельзя сказать, что они берут пример, потому что это слишком короткий промежуток времени для кино, так сказать, и для самого процесса. Но на съемочной площадке это сразу ощущается, когда есть человек, который может выполнить задачу
в минимальные сроки, не с 20-го дубля, а так, как нужно, то, естественно, это и на детей переходит как-то сами, своим ходом как-то переходит. И дети действительно лучше работают. Вот нам сейчас не хватает для проекта, ну, сейчас такой возможности нет особо, но в будущем, я думаю, мы когда-нибудь все равно к этому перейдем, чтобы у нас были вот эти вот стержни, основные какие-то профессиональные люди, которые будут постоянно работать с нами, чтобы можно было вот так собирать. Был рост, я понимаю. Да, чтобы можно, друзья мои, к сожалению, хочется о многом поговорить. Много вопросов, как в принципе много вопросов к современному кино и искусству вообще. Александр, есть ли помощники, партнеры своими силами? Как вообще? Вы делаете, по-моему... Своими силами. Ну, тогда это колоссальный труд. То есть наши помощники это родители. Я вот пользуюсь такой возможностью, да, на большую аудиторию поблагодарить наших родителей. Потому что родители – это наш фундамент. Были случаи, когда ребенку типа не нравится, а родителям нравится. Это лучше, чем когда наоборот. Дети не всегда знают, да, что не всегда. Нравится, и вот у меня есть семья Ергиевых. Там взрослый сын Юра, сын помладше Марк, и отец уже включился, Павел. Так вот, Павлу нравилось это все изначально. Дети не поняли сначала, что это им нравится. То есть им понравилось, но они не поняли. Вот сейчас вроде как разобрались. Поэтому родителям низкий поклон. Скажите, пожалуйста, где можно увидеть, кроме социальных сетей, где можно увидеть, может, еще будет повтор какой-то премьеры в кинотеатре? Ну, во-первых, можно сказать о канале. Да, ну, я думаю, что на сегодняшний день, если мы будем шагать со временем в ногу, то основной возможностью посмотреть – это YouTube. Наш канал на YouTube – Гоголь-Моголь Одесса. Я очень рад, что вы пришли ко мне. Спасибо большое. Извините, вам что спасибо. Мало времени, к сожалению. Пожелания одесситам в двух словах с утра. Пожелания одесситам. Любви и счастья. Приходите в Гоголь-Моголь, мы вам поднимем настроение, если оно у вас плохое. Мира, добра и здоровья. Всего самого хорошего. А мы пока посмотрим еще одну серию. Ну что ж, доброго ранку всем и гарного дня. Бувайте. Сегодня сдаем нормативы. Быстро все в спортзал. Ох, ничего себе, гаджет. Сам ты гаджет. Это планшет. 2 минуты. Василий Иванович, давайте я помогу прочитать. Ты что думаешь, если я физрук, я читать не умею? Приставным шагом пошли. Василий Иванович, а давайте я помогу. Там раздел на английском должен быть. Угу. Да что ты там вычитаешь? Это ж тебе не космический корабль. Давайте, включайте. Что значит включайте? Надо же знать как. Ну тут кнопочка on, off. Включить-выключить, по-вашему. Василий Иванович, а зачем вам планшет? В танчике рубиться будет. Ага, в Тетрис. Вы что думаете, что я в игры играть? Приняли упор лежа и 20 раз отжались. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Огонь.
Василий Иванович, вы не обижайтесь. Теперь будете музыку слушать, сериалы смотреть. Какие сериалы? Он для работы куплен. Зарплату подняли. Вы что, будете вести электронный журнал успеваемости? А что? Ну, все так делают. Вот и я тоже. Вы молодец, Василий Иванович. Главное шагать в ногу со временем. Что сделать за маму? Во-первых, подключиться к глобальной сети интернета посредством Wi-Fi технологий. Затем создать учетную запись и синхронизироваться с сервером. Подключиться к школьному электронному журналу и поставить всем зачет по нормативам. Понятно. По списку. Пожалуй, начнем с... Аккаунты и Wi-Fi подключения. А вы пароль знаете? Да, точно. Без пароля у вас ничего не получится. Пароль в учительской. Нам его ни за что не добыть. Латинские буквы и цифры. Значит, будем искать в книгах и журналах. Да нет, в журналах вряд ли. С внутренней стороны шкафов или под картинками. Ребята, скорее всего, надо искать QR-код. Ищите квадратик, наклейку на мебели. Это еще что такое? Вы что здесь делаете? Василий Иванович планшет купил. Нормативы сдаем.